В Волжске с размахом отметили День города. Второй по количеству жителей город республики, одновременно и один из самых молодых в регионе. Ему всего 79 лет. Большая праздничная программа началась в 10 утра и продолжалась до позднего вечера, когда прогремел салют. Подробности из Волжска в следующем материале. Празднование проходило на двух площадках – в парке культуры и отдыха и на центральной площади. Кто-то наблюдал за концертно-развлекательной программой, другие участвовали в спортивных состязаниях, среди которых бег, шахматы и гонки на лыжероллерах. Молодые семьи участвовали в параде колясок, которые стали своего рода украшением праздника. По мнению жителей Волжска, город в последние годы активно преображается, чего стоит только реконструкция стадиона, реставрация Дома культуры, строительство школы. Перемены ощущаются не только в самом Волжске, но и в районе. Здесь ремонтируются дороги, улучшается инфраструктура. Мы все прекрасно понимаем, город Волжск – это часть истории нашей республики. Мы и рады, что сегодня наступает новая волна перестройки города Волжск. Строятся дороги, строится школа, буквально на днях заканчивается реставрация музея. И, конечно, по инициативе главы республики Александра Александровича Евстифеева новую жизнь в ближайшее время получит кинотеатр «Родина». Мы рады за волжан, что люди наконец-то приобретут все условия для нормальной жизни. И наше правительство обращает внимание и очень часто приезжают сюда и по линии культуры, и по экономическим вопросам проводят много форумов, семинаров. Мы рады за волжан. А сегодня мы подарили книгу, она называется «Марийцы», но хотя такое название, но там история всей нашей республики и города Волжск. Она создавалась годами. Марийский научно-исследовательский институт сделал подарок всем нам, жителям республики. И один из первых книг мы привезли сюда сегодня, в город Волжск. В этом году Волжску исполнилось 79 лет, и этот праздник можно назвать репетицией к 80-летию со дня основания города. Круглая дата, к слову, совпадает и со столетним юбилеем Марийской автономии, который станет одним из самых важных праздников в календаре республики.